И вновь доброго времени суток, ищет канал Накомец Парадокс, и давайте-ка заглянем в опции. Да. Эта игра называется Отель Рояль номер 104. Во. В игре возможны сцены насилия, скримеры, различные световые эффекты, людей, страдающих эпилепсией, просим выключить данную игру. Все персонажи, описываемые события, являются вымышленные совпадения случайны. Какие-то шепоты. Это детективная хоррорюшка 2018 года выпуска, насколько я помню. Отель Рояль, комната 104. Рекомендуется играть в наушниках с выключенным светом. Уж извините, но я зрение не хочу портить, так что свет включен. А без наушников я бы вообще ничего не услышала. Для безопасности ваших ушей советуем понизить звук в игре до 50%. Я понизила до 40, так что зрители не оглохнут. А если мне будет громко, то у меня есть специальная штучка на наушниках, которая понижает звук. Ватные сапоги вязнут в черной масляной жиже, что распространилось по всему сырому в коридору подземелья. Ух ты, играют. Во что ты играют? Тусклый свет от факелов освещает едва ли на 5 метров вперед, словно густая тьма обволакивает столь нежеланный свет и заглатывает его в свой бездонный желудок. Ноздри режет резкий смрад гнили, увеличивающийся с каждым шагом отчаянных приключенцев. Из пещерных каменных стен доносятся леденящие душу стоны голодных существ, что учуяли запах свежей плоти. Отряд все еще может повернуть обратно и уйти, благоразумно оставив этот обитель тьмы позади. Но никто даже не думает об этом, что есть цена жизни, когда впереди таятся несметные сокровища древней гробницы некроманта. Вы сейчас понапризываете всякого говна, но вас сожрет нафиг. Данил, твой ход. Я открываю дверь в следующую комнату. Ты видишь орка с топором, охраняющего сундук. Я вежливо вступаю в высокоинтеллектуальный диалог с орком. Из беседы я узнаю, что он стоит здесь и охраняет этот сундук. Потом я пытаюсь разрядить обстановку и доказать, что все эти стереотипы о враждебных отношениях между монстрами и искателями приключений не более чем миф. Кидай кости на проверку твоей харизмы. Не выпадает. 2. В общем-то, в игре пишут, что это здесь 3 концовки полноценных. Так что? Черт. Я встаю перед Данилом и бросаюсь на орка. Орк замечает и отталкивает тебя. Ты падаешь, в то время как он начинает замахиваться, чтобы нанести тебе последний удар. О нет, я не успеваю ее блокировать. Сейчас. Настя. Нужно помочь Косте. Я так понимаю, это и есть 3 выбора, от которых зависит концовка. Ну давай магический щит, чё? Я кастую магический щит. Кидай кости, чтобы выполнить спас-бросок. Мне выпадает 4. В прошлый раз, когда я дошла до этого момента, это, кстати, перезапись, не выпало 3. Ха-ха, спасибо, тебе меня не взять за волшебным щитом, глупый зеленокожий. Должно было выпасть 4. То есть это рандом, да? Изнут 1, начало расследование. Несколько часов спустя. Беспросветную тишину прерывает резко раздавшийся телефонный звонок. Ну? Вы поднимаете трубку и слышите дрожащий женский голос. Здравствуйте, я слышала, что вы занимаетесь частными расследованиями преступлений. Мне советовали вас как одного из лучших детективов. Здравствуйте, давайте сначала поговорим о гонораре. Да-да, конечно, я заплачу, только обещайте, что найдете убийцу. Пришлите мне адрес на почту, я скоро буду. И моментально. Так быстро, ну что ж. Так, я только что звонила вам, вот адрес. Так, прошу, приезжайте, разберитесь. Пропали 4 человека, также я перевела вам $200. Это только половина, вторая будет после завершения дела. Удачи вам, детектив. Так.
Прочитав сообщение от неизвестной женщины, вы взялись за это дело. Одевшись, вы выехали по данному адресу. Единственное, что известно, так это то, что пропало как минимум 4 человека. 2 декабря. Отель Рояль, комната 104. Прибыв на дело, вы обнаруживаете, что в номере уже вовсю работают копы, и они наверняка уже успели затоптать все улики. Добрый Эй, что ты тут делаешь? Разве не видишь, что это чертово место преступления, так что будь добр, свали отсюда поскорее. Да-да, и вам добрый вечер, козел. Спокойно, часто детектив меня наняли расследовать дело. Меня это не волнует, проваливай отсюда, если не хочешь лишиться своей карьеры детектива. Да, что этот коп явно не настроен на конструктивный диалог. Может, мне больше повезет с его напарником. Офицер, я частный детектив, меня наняли расследовать дело. Эй, тебе же уже сказали не лезь сюда. Но я вижу, ты неплохой парень, так что мы можем договориться, если ты, конечно, понимаешь, о чем я. Эх, продажный коп. $100 и ты войдешь в номер, при том, что мой напарник тебя не побеспокоит. $100? Вы серьезно? Вот, держи. Может, садимся на 80? Мне кажется, неважно, что я выберу, мне как-то... По-моему, это без вариантов. $100, вы серьезно? Эй, это ведь не мне нужно расследовать это дело. Сказал тот, кто пытается расследовать это дело. Эх, твою мать, держи. Бинго. Продажный коп. Нужно осмотреть улики, а также спросить этих копов, чего они там нашли. Телефон не работает. Чувак, не знаю, почему мой напарник впустил тебя, но я тебе здесь не рад. Работать работай, но ко мне не лезь. Сомневаюсь, что в мусоре что-нибудь найду. Ну почему же? Шкаф заперт. А вот и замочная скважина, осталось найти только ключ. Пустой холодильник. Что это за странный шов? Не, пока не буду его трогать. Ну нафиг. Я так понимаю, тебе снова нужна моя помощь? Может, подтолкнуть тебя на след? Не за бесплатно, конечно. Не, спасибо. Дело твое. Я обойдусь. Посмотрим. Так, запись номер 1. Мы выиграли конкурс, и сейчас едем в наш номер в отеле. Думаем сыграть в настолку, как раз Данил взял ее с собой. Мы презентовали наш проект прекрасно, Настя написала прекрасный проект, Котя все отлично нарисовал, а я все это собрал и закодил. Лучший день из прошедших, Андрей Селезнев. Эти ребята приехали на конкурс и выиграли в нем, может быть, поэтому их убили. Другая команда участников? Че там? Ничего полезного. Для начала стоит проверить номер. Ну, смотри! Чё? Странно, но у телефона стерты цифры 3, 6 и 5. Эй, офицер, ты не знаешь, что за номер такой? 3, 6, 5. 3, 6, 5, говоришь? А, точно, это же номер вызова персонала. Для чего студентам было столько раз вызывать персонал? С чего ты это взял? Если ты о стертых цифрах, то они могли истериться до их появления. Но это ведь зацепка, разве нет? Вообще-то не совсем. Сомневаюсь, да и у меня дела еще есть. Придется решать все самому, от них ничего не добьешься. Нужно узнать побольше об этих студентах. Ой, свет верните. Кровь неплохая улика, но у меня нет анализов судмедэкспертизы, чтобы проверить, чья она. Похоже на партию в какую-то настольную игру. Действительно. Здесь нет ничего полезного. Так. Думаю, стоит проверить почту. Windows 98. И шумит, как 98-й Windows, знаешь. Так, у нас тут
Я тут на конкурс записал. Так, будет проходить в Америке. Отлично, будет на днях. Думаете, полетим? Так, 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 ну понятно. А, вот, смотри. Так. Тут какое-то сообщение от Данила. Какое-то мистическое зашифрованное сообщение, будто кто-то раскладку перепутал. Значит, эти студенты приехали из России, то есть они здесь были туристами. Зачем кому-то убивать нездешних студентов? Много вопросов, а мало ответов. Нужно продолжить поиск улик. Ой, смотри, там трещина. Похоже, стену проломили тяжелым предметом. Сомневаюсь, что студенты могли бы это сделать. Ха. Думаю, стоит осмотреть этот книжный шкаф. Посмотри на полках. На полках ничего нет. Хотя нет, здесь есть конверт. Получены деньги, 50 баксов. Какой хороший конверт. Вот бы почаще такие находить, а? Да еще бы в реальности. Выдвини ящик. Ящик пуст, но в нем виднеется двойное дно. Здесь фонарик, думаю, мне стоит его взять. Лишним не будет. Получен предмет фонарик. О, как полезно-то. Здесь несколько книг, но одна из них перевернута. И глянул игру. Ну, раз она перевернута, то давай. Эта книга кажется перевернута. Получен ключ. В коридоре был закрытый шкаф. Думаю, стоит попробовать открыть его этим ключом. Для чего кому-то прятать ключ? Думаю, стоит поговорить об этом с копом или поискать замученную скважину. Ну, ее-то мы уже нашли. Слушай, там что-то есть. Инструкция по починке кондиционера. Внизу указан 95-й год. Вот уже давно тут ничего не меняли. Кондиционеров прям не работает. А где тут кондиционер? Я не вижу кондиционера. Ну-с, давай посмотрим. Что это за странный шов? Проверь! Че, мы зря сюда пришли, что ли? Какого? Это дупик. Один из пропавших студентов. Но как он там оказался? Странно, нет специфического трупного запаха. Живой, что ли? Это дело становится все более странным. Вернулся, все-таки нужна моя помощь. No. Не хочу тебе платить. Ни одного раза хватило. Я тебе еще раз повторяю, не лезь ко мне, я работаю. Ладушки. Ой, смотри. Рычажок. Ванна наполнена прямо как в деле 95-го года. Только вот вода как новая. В ванне нет затычки, вода не утекает. Может, проблемы с трубами или нет? Она все еще наполнена. А мы должны это исправить, да? Чтобы с потолка свалился труп. Явно, понятно. Может, в трубе что-нибудь есть. Твою мать! Фух, это всего лишь мышь. Мышь? Где-то мышь нашел, спрашивается. Это какой-то чел в шляпе. Еще у нас отражение отстает от нашего движения. Ладушки! Может, ключ из ящика подойдет? Попробуем. Твою мать. Эй, тут еще один. А что сыграй? Почему черный экран? Собственно, я из-за этого черного экрана и начала перезаписывать. Как бы я не смогла его починить, я решила быстренько перезаписать. Как бы вам сказать-то... Что-то не так как-то все. Я тыкаю во все клавиши, которые были указаны в управлении, но... Это как бы не работает. Чуваки... Как это починить?
На сайте написали, что надо перезапустить игру, чтобы оно заработало. Я перезапустила, в этот раз мне выпало 5, потому что мне пришлось перепройти. Да. Так, в этот раз продолжение. Стоило выключить весь свет, называется в игре. Еще один студент. Я не знаю, как вы, но я уже достаточно насмотрелся. Вызовите скорую, пусть увозят труп, а я пока пройдусь, подышу свежим воздухом, как вернусь, начну изучать предыдущие дела. Сохранитесь, чтобы не потерять прогресс. Можно мне свет вернуть обратно, пожалуйста? Я его случайно выключила, в надежде, что это как-нибудь поможет, если я врублю фонарик, например. Но фонарик я врубить не смогла, а свет уже выключился. И я случайно набрела на шкаф, пока искала выключатель, и вот, что произошло. С этого продолжилась запись. Эпизод 1 завершен. Найден улик 80 из 10. А, так не надо было просто трогать ванную, да? Явно понятно. Количество очков 7 из 18, всего 38. Найдено предметов 2 из 2. Эпизод 2. Тайна отеля. Ну давай! Чё? Копы привели персонал и женщины из соседней комнаты. Стоит их допросить, а также начать изучать дела. Можно свет все-таки вернуть, пожалуйста? Эй. Дело 47. Давай дело 47. Итак, самое первое дело в этих апартаментах. 989 год. Отель Рояль, 11 сентября 89. 11 сентября 89, 17:36. Апартаменты 104. Эй, Билл, кажется, меня уже накрыло, а тебя? Кажется, еще нет, а тебя, Джо? И меня вроде нет. А, это тот человек в шляпе с зеркала. Билл, ты тоже его видишь? Вот черт, кажется, теперь накрыло. На реке. Чувак, что нам делать? Они же нас окружают. Они? Реально вас накрылось? Держись, Сэм, я за бананом. В смысле? Ну и вляпались же мы. Чё? Чё? Типа вместо пистолета, что ли? Билл возвращается, держа по банану в каждой руке. Твоей тирании пришел конец, колдун. Я избавлю это королевство от твоих чар. Бедные черепахи больше не будут жить в рабстве. Ой, их накрыло, а. Билл спотыкается об собственную ногу и падает. О нет, капитан, что же теперь нас спасет? Ой. Призрак вселился, да? Эй, Билл, ты как? Как одержимый. Билл замахивается кулаком на Сэма. Чувак, что ты творишь? Ну ладно, ты сам напросился. Спустя некоторое время. Твою мать, что я наделал? Был одержим призраком. В деле написано, что во время допросов Билл утверждает, что не мог контролировать свои действия. Конечно же, полиция все списала на наркотики. Интересно, что могло послужить толчком к такому повороту событий. Может, я смогу узнать больше из других дел? Итак, следующее дело номер 102. Дело номер 102, отель Рояль. А, да, 10 сентября, 95 год. Как много 95-го в этой игре. 10 сентября 95 года, 21:51. Отель Рояль, апартамент 104. Прошло уже 2 недели, а я ни строчки еще не написал. Какого хрена здесь так холодно? Нужно вызвать сотрудника, чтобы он починил кондиционер. А, телефон раньше там висел, да? Да. Мне тут кондиционер барахлит. Пришлите человека. Я перенаправлю на вас работника. Подождите секунду. Алло? Да, здравствуйте. У меня тут что-то с кондиционером, он не работает. Хорошо, сейчас возьму инструменты и приду. Какие у вас апартаменты? Номер 104. Алло?
Да, прошу прощения, но я не приду. Поч, почему? Что, в чем проблема? Я могу продиктовать инструкцию, но сам я ни за что не зайду в номер. Чувак, ты что, тебе за что зарплату платить будут? Ты вообще понимаешь, что ты сейчас себе денег лишаешь? Да вы издеваетесь, я буду жаловаться. Почему вы не можете войти? Этот номер проклят. Так закройте его нахрен, блин! Почему чинить-то кондиционер нельзя? Ну, конечно. Отличная городская легенда, но вот только она меня не пугает. Послушайте, я пришлю вам человека, и он принесет инструменты и инструкцию. Сам, блин, лучше бы пришел. Да вы смерти моей хотите. В таких условиях просто невозможно работать. До свидания. Не отель, а дурдом какой-то. Некоторое время спустя. Эта инструкция ничего не понятно. Что значит... Ай! Эй, что это за... Что за хрень? Кажется, звук из ванной. Эй, здесь кто-нибудь есть? А проверять здесь, есть кто-нибудь или нет, мы будем уже в следующей серии. Потому что видео уже чуть-чуть затянулось. Это был канал Накомец Парадокс, игра отели Рояль номер 104. И, пожалуй, до следующей серии. Если вам понравится, то я запишу игру до конца. А если нет, то просто пару серий на пробу. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего времяпровождения, пока!